Эта камера запечатлела все самое важное. Это обвиняемый, пьяный, напавший на прохожего, ночь убийства. После стычки прохожий стал свидетелем того, как обвиняемый вошел в сауну. Окружной суд Токио. После этого никто не выходил из сауны до первого поезда. Другими словами, обвиняемый находился там до утра. Это устанавливает явное алиби в отношении местонахождения обвиняемого и его невиновности. В связи с этим вопрос к обвинению. Знали ли вы об этой записи до начала судебного разбирательства? Полиция посмотрела записи, сделанные в окрестностях сауны. Но так и не нашли обвиняемого. Это то, что мне предоставили. Значит, обвинение никогда лично не осмотрело сауну. Не осматривала сауну. Верно. Я никогда не осматривал ее. В любом случае, видеозапись защиты слишком размыта, чтобы быть окончательной. Я не могу согласиться с их утверждениями, что обвиняемого хорошо видно. Очень хорошо. В таком случае, защита хотела бы вызвать свидетеля. Это мужчина, который подвергся нападению на этих кадрах. Это вы были на записи, да? Вы можете подтвердить это? Да. Так и есть. А человек, который напал на вас, находится здесь, в этом зале суда, да? Свидетель? Все в порядке? Я ошибся. Меня точно ударили. Но что касательно того, кто это сделал, я не могу сказать. Ваша честь, мои извинения. Я хотел бы попросить перерыв. Да. Все пошло не совсем по плану. Что там случилось, Сэя? Я не могу это сделать. Мне очень жаль. Почему нет? Ты же был готов сегодня утром. Мне недавно позвонили. Звонили? Было написано, что это от моей сестры. Но когда я взял трубку, я услышал мужской голос. Он сказал, что это Мураса из клана Кюрей. И сказал, что вы его знаете, Ягами-сан. И Мураса? Он сказал, тебе не давать показания? Да. Он сказал, что если я это сделаю, я никогда не увижу свою сестру вновь. Понятно. Эй, ты что делаешь, Ягами? Звонишь в полицию? Кайто-сан, это Ягами. Мы нанесем визит Кюрей в Кейджи Арт. Они похитили сестру нашего свидетеля. Не помешала бы помощь. Какого черта ты делаешь? Мы посреди судебного разбирательства. Суд не имеет никакого значения, если мы не можем защитить девушку. Выиграй мне немного времени. Только сможешь. А я верну сестру Сэю обратно. Я тот, кто затащил тебя в это. И я буду тот, кто вытащу тебя и твою сестру из этого. Обещаю.
Как будто я могу просто выиграть время. И что теперь? Да. Так, у Кирей в руках сестра Эсэю. Кейджи Арт. Погнали туда. Погнали. Эх. Ну, этот Мураса действительно хочет очутиться на дне Токийского залива. Это Кайто. Я у Кейджи Арт. Ты где? Пути. Почти там. Это место выглядит довольно пустым. Жалюзи опущены и все такое. Не знаю. Есть ли здесь вообще кто-нибудь? Ты уверен, что она там? Кюрей не из здешних мест. У них не может быть так много укрытий. Кроме того, что... Держу пари, есть причина, по которой все жалюзи опущены. Во всяком случае, это делает более вероятным то, что она у них есть. Ты прав. Дело, говоришь. В любом случае, я буду на крыше снова. Мы встретимся, где мы раньше шпионили за Кейджи Арт. До скорой встречи. Так, ну, Блаундер, спасибо, я рад, что это действительно так. Мне наоборот кажется со стороны иногда. Так, стоп. Вот и ты. Все еще не вижу ничего внутри. Есть мысли? Мы не можем просто ворваться. Только знаю, сколько их там внутри. Ну и, конечно, маскировка тоже не поможет в этот раз. Тогда нам придется проникнуть туда. Все сделать незаметно, да, это единственный способ. У меня было предчувствие, поэтому у меня есть план. Ну... Давай, валяй. Сначала я устрою большую сцену у входа. Потом, когда они отвлекутся, ты проберешься внутрь и заберешь девушку. Это твой план? Неплохой, да? Ну, да. Но как ты собираешься отвлекать их? Ну, скоро увидишь. Просто помни, что здесь на кону нашей жизни. Понял. Значит, девчонка внутри, да? Давай вернем ее домой. Понял. Я пойду поищу вход. Дам тебе знать, когда найду его. Ну да, шумит он. Что это, черт возьми, такое было? Эй! Где тот засранец Мурасы? Зовут Кайто. Бывший член Мацугана. Вытащи этого блюдка сюда. Или я сожгу это место к чертям. А да, попробуй, блин. Стой там, я сейчас спущусь, блюдок. Вперед так, это твой шанс. Верно. Не умирай там, Кайто-сан. У тебя кишка не танка находиться здесь, я думаю. Я думал, ты уже на полпути свалил из города. Готовься сдохнуть, ублюдок. А вы еще кто тут? Черт возьми такие, я сказал, что хочу Мураса. Я здесь не ради мразей. Выводите этого засранца. Ну, кстати, насчет Така будет отдельное сюжетное большое дополнение ко второй части. Тьфу, Така Кайто. Так что, ну, в следующем году. Так что в следующем году мы узнаем какую-то историю его. И будем играть за него.
Так что, если вам понравился этот персонаж, знайте, что он с нами еще надолго. Чё, сюда? Оу, ну короче, еще одна мини-игра по взлому. Ну, Степан, ну, как я понял, да, что-то типа, как с Маджимой во второй части. Так. Дамика. Чьяка. Есть. Провод оборвался. Больше не смогу использовать его. Ну да. Одноразовые отмычки, к сожалению. Но их вроде можно закупить. Ой, стоп, сюда мне действительно не стоит заходить. Их можно будет вроде где-то покупать или находить по городу. О, фак. Ты кто еще, черт возьми, такой? Ты не выйдешь отсюда живым. Подождите, подождите. Так, так. Сейчас сделаем добивание. Эй, нет, он разбил ее. Фак. Ну ладно. Это было бы забавно. Ну тогда нунчаками. Красиво. Жаль, что их нельзя оставить с собой. Ой, эй, где девчонка, которую вы взяли? Не знаю, я тут новый, новенький. Они ни хрена мне не говорят. А? Э? Когда ты бесполезен для меня. В таком случае, нет иного выбора, кроме как идти вверх. Дамика. Ёш. Да, блин, слишком быстро. Муцкашина. Москошида. Ёш. Так, а тут... Оп, фак! Сдохни! Тебе хана, сучка. Ну, еще посмотрим, кому хана. Хочу меч схватить. Отлично. Thank you.
Да, этот ублюдок с мечом, конечно, отнял мне почти все хп. Что у меня хилки есть. Нужно было закупиться еще. Она может быть на этом этаже. Будем надеяться. Ладно, используем аптечку. Фак, я не в ту комнату зашел. Ну ладно, бутылку с стаминой зато взял. Черт. Так. Так, ты снова встал? Расскажи мне, что я хочу узнать. Так, где девчонка? Где Мурасы? Сколько членов? Юрей здесь. Но time to wait. Ну, кстати, там нам нужно как-нибудь DLC-шку пройти. Там целый остров добавили. Так что вернемся как-нибудь. Так, где девчонка? Саратакуа догода. Где девчонка? Она наверху в приемной. Осецхицзана. Приемная? Снауде кекко. Мы ценим вашу честность. Сколько... Ну, давайте. А нет. Сколько тут ребят Кореи? Не знаю. Блин. 50-100. Как бы ты ни пытался тут прорваться, ты в ловушке. Никаких шансов, что ты уйдешь отсюда живым. Заткнись. Ладно. Так, код от двери. Код от двери приемный. Черта с два, я тебе скажу. А теперь? Не надоело здесь валять дурака. Мы поняли друг друга? Спрошу еще раз. Это твой последний шанс. Какой код от приемной? 1370 1370 1370. Тогда. Спасибо. Ну, Стив, тут есть пару, да. Из Якудза. Так. Чигака. Айда. Тут ключ от моей хаты же. Это приемная. 1370. Пора попробовать. Хорошо, открыли. Ты сестра Сэй, верно? Не беспокойся, теперь ты в безопасности. Ягами? Какого черта ты? Отпустите девчонку, сейчас же. Отпустите ее? Что ты имеешь в виду? Девушка может уйти, когда захочет. Мы не держим ее связанной или что-то в этом роде. А, я понял.
Все хорошо, если вы не держите ее в плену, верно? Просто нужно заставить ее оставаться здесь до окончания суда. Это ваш план. Но это не сработает. Удержание представляет собой нечто большее, чем просто связывание человека. Читай больше. Заткнись. Кстати, за ложное лишение свободы дают от 3 месяцев до 7 лет. Дольше, если вы причинили вред жертве. Полагаю, ей придется окунуться в кислотную ванну. Нет тела, нет преступления. Запугивание к придаче. Еще кое-что для кучи, да? Так ты ж кусок. Тоже. Давайте убедимся, что этот засранец больше никогда не заговорит. Мы еще посмотрим, кто не заговорит. Понятно. Лучше другой стиль против того использовать. Сюда. А он шугучий, встает очень быстро на ноги. Да дай мне себе тебя добить, сволочь. Хочу его добить с ударом, но опять не успеваю. Ладно. Да, этим стилем еще хуже. Сволочь. Иногда тут попадаются хорошие враги. Иго. Пошли. Сокони Орея. Не так быстро, Ягами. Мурасе-сан. Мурасе-сан. Наму идаро. Разве это уже не достаточно долго продолжается? Вы только усложняете все для себя. У Хамура есть алиби. Очевидно, что кто-то другой убил Куме. Даже если вы закроете рот свидетелю Сэи, это не поможет вам. Тогда кто убил Куме? Я не уверен, но... Хамура может знать. Я думаю, он работал с настоящим убийцей. Что? Верно. Несколько фактов указывает на участие Хамуры. В ночь преступления Куме зашел в Амур и просто исчез, так? Он не связывался с тобою, никто его не видел. Он даже не появлялся ни на одной из записей с камеры видеонаблюдения с моей стороны. Куме никогда не покидал Амур. Хамура, должно быть, передал его настоящему убийце. Пока Хамура был в сауне, сдавая себе алиби, кто-то другой убивал Куме и выколол ему глаза. В этом есть смысл. Если Хамура окажется за решеткой, я никогда не смогу доказать эту теорию. Значит,
Камера должен быть на свободе, все из-за твоей большой теории. Это лучше, чем угрожать девушке, чтобы она остановила кого-то от дачи показаний. Кроме того, я думал, что ты выше этого дерьма. Хорошо. Убирайся отсюда. У тебя кишка не тонка для детектива. Спасибо. Остальное зависит от Шинтэни. Это он бьет меня на этой видеозаписи. Тот же самый человек, что стоит там. Хамура из семьи Мацун Гана. Теперь я вспомнил. У меня нет никаких сомнений. Так вы отказываетесь от своего предыдущего заявления? Да. Мои извинения. Ваша честь. Очевидно, что этот свидетель не заслуживает доверия. И как ответит защита? Я признаю, что свидетель был потрясен ранее. Однако это вполне понятная реакция, в конце концов, это его первый раз в суде. У меня нет никаких сомнений в его достоверности. Итак, это заведение Stardust в Камурочи. Это хост-клаб, да? Как долго вы там работаете? Ну, около 2 лет. За такой короткий промежуток времени у вас, похоже, ужасно много проблем с вашими клиентами. А? Что вы имеете в виду? Некоторые из них подошли к вам в надежде выйти замуж, не так ли? Они приходят тратить огромные суммы наличных, поэтому вы ведете себя так, будто готовы пойти на эту сделку. Вы говорите все, что нужно, чтобы сделать их счастливыми в данный момент, но как только все становится слишком серьезным, вы меняете разговор. Из женщин, которых вы обманули, все добропорядочные гражданинки, 5 подали заявление в бюро по делам потребителей. Клиент этого человека знает, что он лжец и манипулятор. Можем ли мы действительно доверять его словам? Учитывая эти черты характера, я искренне сомневаюсь в достоверности показаний свидетеля. Если свидетель действительно лжет, алиби обвиняемого недействительно. И на этом все. Как защита ответит? Я хотел бы продолжить тему доверия. Мне есть к вам несколько вопросов, прокурор. Да. Сначала, позвольте мне воспроизвести запись, сделанную через несколько дней после преступления. Как ни странно, мы будем рассматривать именно тот день, когда обвинение подало свой иск. Это вы, не так ли, прокурор? Да. И на этих кадрах вы воспроизводите стычку, которая произошла между обвинением и нашим обвиняемым, и нашим свидетелем. Я прав? Ну, я нахожу это очень странным. Ранее вы заявляли, что не видели никаких кадров с камеры возле сауны. Но если бы вы этого не видели, как вы смогли воспроизвести стычку в точности, как она выглядела? Кроме того, я полагаю, вы утверждали, что сами не осматривали местность, но похоже, это тоже было ложью. Почему вы скрыли от нас правду? Я ничего не скрывал. Я думаю, будет справедливо сказать, что оригинальные кадры не совсем четкие. Я бы понял, если бы вы отрицали, что обвиняемый был тем человеком, который ударил нашего свидетеля. Но вместо этого вы заявили, что вообще не видели видеозапись. Если мне пришлось догадываться бы, когда вы впервые увидели запись, вы поняли, что Хамура мог быть другим человеком. По крайней мере, вы не могли исключить такую возможность. Поэтому вы скрыли доказательства. Нет, я этого не делал.
Весь такой говорили о доверии и тому подобное. Вы уже откровенно солгали в суде. Несчастье для вас, в этом суде есть только один человек, который все еще считает подсудимого виновным. И этот манипулятор, стоящий передо мной. Во время убийства Кумы Хамура был в Сауна-Готен до утра. Записи с камеры наблюдения и показания самого Хамура полностью совпадают с тем, что сказал Сея. Имея неопровержимое алиби, Хамура никогда не мог убить Кумы. Настоящим мы признаем обвиняемого Кёхея Хамура невиновным. Перейдем к обоснованию суда. Подсудимый может сесть. Это была правда. Хамура определенно не был тем, кто убил Кумы. Но он наверняка был сообщником. Истинный виновник исчез во тьме. Я стал называть его кротом. Слепое существо, использующее свои когти, чтобы выколоть глаза своей жертвы, только чтобы снова зарыться в землю. И где-то под Камурочо он все еще находится там. Для адвоката работа заканчивается, когда он доказал невиновность своего клиента во всех преступлениях. Однако, я больше не адвокат. Только от меня зависит, решу ли я продолжить это дело и донести правду до общества. В таком маленьком городе, в таком крошечном офисе, как мой, я должен работать ради своей репутации. По сути, Хамура и Крот не смогут одержать надо мной верх. Ягами-сан. Верно. У вас все хорошо, да? Как продвигается дело детектива Камурочо? Я знал, что ты будешь наблюдать за этим. Но мне нечего тебе сказать. Я просто журналист, который надеется, что у вас найдется для меня комментарий. Не то чтобы у меня была обида на вас личная. Журналист-фрилансер Ко Хатори. Мошенник, который позволил убийце выйти на свободу. Твои статьи не меняются независимо от того, как я отвечаю на твои вопросы. Не забывай. Семья той девушки, убитой убийцей, которую ты выпустил на свободу, они все еще страдают и по сей день. Только не говори мне, что, несмотря на это, ты собираешься вернуться, Ягами-сан. Никто не говорил ничего подобного. Так ли это? Пусть будет по-твоему. Конец главы, ребят. Ну что ж, на этом заканчивается первая глава. Она довольно большая и насыщенная, конечно, событиями получилась. Так, ну и персонажи тут классные. Ну да, они же все-таки взяли реальных хороших актеров, которые играют всех этих персонажей. Ну что ж, ребят, каковы ваши впечатления от первой главы? Само собой, в частности, хочу знать мнение тех, кто впервые смотрит игру. Как вам? Было интересно, заинтригованно посмотреть, что будет дальше, и узнать, кто этот крот на самом деле. Или как-то не очень, и переходим к другой игре.
Так, ну в любом случае, на этом я здесь на сегодня заканчиваю. Слушайте, ну первую главу мы за 5 часов 7 минут 44 секунды прошли. Неплохо так, неплохо. Впереди еще много глав и историй. Так что продолжение следует.